мати більш легкі, екологічно доступні і швидкі, і більш дешеві матеріали. Хутро тваринам! Хутро тваринам! Хутро купуєш, вбивство фінансуєш! Вот скажите, для вас это было бы реально отказаться от полностью кожаных изделий? Ну, не знаю, вполне. Не, мне без разницы, то есть, носит человек кожу, не носит, ну, то есть, так. Скажите, вы бы могли вообще от меха отказаться или от кожи? Если бы все отказались, и я бы отказалась. А почему только так? 170 шиншилл, 30 королевских кроликов, 60 куниц або 55 норок. Це та ціна, яку сплачує людина, купуючи собі хатряну шубу. Процеси вбивства, жорстокості – це є недоцільно. Отже, приходьте 4 жовтня о 12 годині на марш «Хутро тваринам, марш за життя». Зараз перша задача стоїть не о животних, а, скоріше всього, даже о людях, яких вбивають. Тобто, я вважаю, що це зараз не первостепенна задача. Ну, видите ли. Не хочется отличаться от всех остальных. Я все-таки человек уже в возрасте. Хочется быть таким, как все. Правда? А что это вам дает? Не знаю. Сейчас свободы все равно никакой нет, поэтому вписывается в ряд всего остального. Ну, технологии не перешли полностью в ту плоскость, когда, скажем, нет кожаной обуви, всех обувь там из каких-то других материалов. Есть еще какие-то моменты. Но, в принципе, скажем, не ходить в кожаных куртках, ну, а почему бы нет? Можно не ходить, не ходить в дубленках. Есть здесь какие-то альтернативы? Хутро тваринам! 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 Мы осознали довольно рано, довольно вовремя осознали, что животные это все-таки это живые существа, которым тоже больно, которым тоже очень плохо содержаться в маленьких клетках, в которых они живут всю жизнь, пока их не убьют. И поэтому, да, мы максимально мирно, но иногда все-таки с такими вот кровавыми картинками показываем правду. Да, 4 октября, воскресенье, в следующее воскресенье с 12:00 мы идем маршем от метро Олимпийская через Крещатик, через Майдан и до Большой Житомирской, где у нас будет пост-мероприятие с музыкантами, диджеями, лекциями, угощениями вегетарианскими. Присоединиться могут абсолютно все. То есть сегодня у нас собралось небольшое количество из тех, кто поддерживает нас. Вот. Я думаю, что во время марша 4 октября соберется максимальное количество людей, которые против использования животных как материала, как ресурса. Хутро купуешь, вбивство финансуешь!